Здорово, друзья, это Ник 86. Видосик идет на регистратор. Смотрите, сейчас ровно 12, даже пол первого, наверное. Был сильный дождь, сейчас моросит, и мы проверим, как светят диоды. Будет совместно свет фар с диодами. Диоды у меня H3 в PTF. PTF у меня Bosch. Смотрите. Сейчас. Так, у меня фары. Вот, смотрите. Вот диоды. Вот дневные ходовые. Это только диоды. Это у меня уже с фарами. Здесь лампочка слева Bosch, справа хер знает что. Так, пока на диодах. Заводим. Все. Сейчас и дорога мокрая, и дождь моросит. Ну, в общем, как вы хотели. И лужи тут есть. В общем, по максимуму мы. О, как у меня щетки по-чистому. Так. Ну, поехали. Ну, я бы сказал, если чисто на диодах, то дорогу не все видно. Спереди видно, по бокам видно, но спереди именно далеко не видно. Вот с фарами, смотрите, с фарами видно. Но зимой на диодах одних ездить очень комфортно, все видно. Потому что дорога беленькая, она все как бы отсвечивает. Вот сейчас все, как бы сказать, лампочки вон горят еще, свет нам не отключили. Еще можно ездить. Но, конечно, мокрый асфальт, он до хера чего скрадывает. Прям много скрадывает света. И чисто когда желтый свет, что-то видно. И то только галоген. Если поставить желтые диоды, то вы все равно видеть мало будете. Но ПТФ все равно рулит. Они хорошо светят. Ну что там? Когда уже у меня зеленый. Ага, поехали. Там сейчас поедем на мост, там всегда темно. О, тоже на диодах. Все на диодах. И все пишут, то, что это неправильно, но все на них. Так, ссылочку я уже давал на эти диоды, но, в принципе, могу скинуть. Если честно вам нужно, то, в принципе, могу скинуть. Но диоды как диоды, ничего там такого нету. Ну, не из дешевых, конечно, рубля 2 где-то стоит. Но мне кажется, в такие ПТФ можно и дешевые поставить, будет все классно. Потому что у них отражатель очень классный. Там и дешевые диоды подойдут. Ну все, теперь смотрите, как я делаю. Я включаю ближний свет, именно галоген, да? И тогда полностью комфортно. В чем комфорт? Галоген бьет хорошо вдаль. Вот, смотрите, видите? Вот, диоды перед мордой и по бокам большой угол, а галоген вдаль, метров на 150. И у меня все офигенно видно. И это получается идеальная оптика. А зимой вообще супер. Зимой вообще идеально. Хотя мне уже и в дождь нравится. А если вот чисто на галогене в дождик, да, хреново все равно видно. У меня так было в том году.
Я еще надеялся на бошевские за 1000 лампочки, да, плюс 120, за 1000 рублей брал. И что-то я сильно разочаровался в дождик. А вот с диодами совместно, это вообще прям супер. Мне очень сильно нравится. Это близко к идеальному. Вот я и не хочу ставить на ближний свет диоды, потому что именно в дождь будет хреново, я знаю. И хочется сейчас купить вот лампочки Bosch плюс 20, где-то плюс 30. Никакие не 130, плюс 20-30, это уже хватит. И они будут стоить где-то рублей 300-400, но не 1000. И поставить на ближний. А, потому что у меня одна стряхнулась, жалко. А эти поставить на дальний. Вот видите, без ближнего так. А вот с ним. Вот без него. А вот с ним. Вот так мы и едем. Вот сейчас поедем потише. Включим только диоды. Диоды, конечно, справляются, но для них мокрый асфальт, это все, это приговор. Ну, вполне себе, если по городу комфортно. Очень комфортно, в принципе. Но если уже скорость такая, где-то 70-80, то уже некомфортно. Вы не контролируете дорогу, потому что не зная, что там впереди. Перед мордой видно, по бокам видно, встречку видно. Кто на обочине, видно. Но видите, вот, вот теперь все видно. Спереди кто едет издалека, я теперь вижу. На регистратор лучше снимать, если на камеру, сейчас все трястись будет. А здесь как бы это, она камера не трясется, она с машиной ходит прям нормально и снимает. Этот, ночная съемка здесь вообще идеальная. Ух ты, обрызгал еще кого-нибудь. Ну, кого-нибудь я имею в виду из машин. Ну все, подъезжаем ко мне домой. Так, тут еще наглядно будет. Смотрите, видите? Поворот плохо видно. Сразу его хреново видно. Включаешь галоген, все сразу видно. Так что мой совет, ребята. Только вместе, только совместно диоды и галоген. Чисто на диодах ездить, это просто безумие, это неправильно. Ну вот так, друзья, все, подписывайтесь на YouTube, на группу ВК, все ссылочки в описании. Диоды я, в принципе, скинул, а лучше, знаете как, давайте я скину лучше магазин, а вы уже там выбираете, что вам нужно. А то скажете, рекламируешь именно эти диоды. Нет, там от 700 рублей до 4000 диоды. Так что на любой вкус и цвет. Вот они, диоды. Все, всем пока, друзья.